Работа трудна, работа томит. За нее никаких копеек. Но мы работаем, будь то мы, делаем величайшую эпопею. Еще в начале прошлого века Владимир Маяковский воспевал бесплатный организованный труд на благо общества. Мода на субботники с тех пор не прошла. Кто хочет работать, ищет средства. Кто не хочет, ищет причины не работать. В микрорайоне Парковый средств хватает на всех. Грабли, лопаты, носилки, ведра. Ранним утром в едином порыве жители вышли на улицу, чтобы облагородить придомовую территорию. Надо сделать после, как говорится, спячки-то. Все это вычистить, вылезать, чтобы приятно ходить-то. Чистота – залог здоровья. Саженцы садим, убираем, прибираем. Как добрый хозяин. В нужное время, в нужный час. За грабли и лопаты взялись все, от мала до велика. Жильцы, умудренные садоводческим опытом, занимаются высадкой молодых деревьев и кустарников. Самые юные участники субботника успешно справляются с уборкой мусора. Вот я встал утром, чтобы у нас во дворе все было хорошо, красиво. Сгребаю мусор хорошо. Дружно весь дом вышли облагородить, чтобы красивее был наш город Пермь. Посадить деревья, кустарники, чтобы зелень была, красиво, чисто было. Дело спорится. Стремительно убывает куча с черноземом, двор преображается. Настроение у всех участников субботника поднимается на глазах. Сегодня здесь стараемся благоустройство провести. Сейчас будем строить детские спортивные площадки, сделать так, чтобы жителям моего округа было комфортно. Люди, которые здесь проживают, если они будут вместе с нами убирать, значит, они не будут мусорить, и дворы будут чистые и аккуратные. Я думаю, что это очень важно, чтобы все жители объединялись и вместе проводили такие мероприятия. Олег Романов, Василий Дулепинских, телевизионная служба новостей.